Геймдизайнер, который Head of Product and Design в Zepa Lab, я думаю, многие здесь видели Крукозоров и другие ребят. А глобально наша миссия такая же, как у многих здесь, это привлекать пользователей Web 2 в Web 3. Мы делаем это через игру, пользователи играют в 2048 и манят наш токен. Наша игра круто нравится, потому что мы, во-первых, конечно же, используем встроенные функции экрана, которые позволяют легко отправить ссылки на игру своим друзьям. Также мы выбрали одну из самых популярных простых игральных механик в мире, это игра 2048. И, конечно же, на токен можно майнить очень легко, не имея каких-то скиллов. Мы уже запускали бэтл, где у нас коэффициент игральности 84%, это значит, что на каждого 100 человек, которые мы привели, они привлекали 84 отличных пользователя. Это очень круто, учитывая то, что мы вообще не использовали какой-то там большой маркетинг, и привлекали большие клиенты. Мы уверены, что мы увеличим этот коэффициент, когда мы тратим это еще на диалог, потому что у нас очень классная двухуровневая реферальная система. Это значит, что ты получаешь награду не только за своих друзей, но и за других. У нас есть механика Q, которая позволяет владельцам
крю, то есть владельцам канала зарабатывать 10% того, что заработали участники крю. Это тоже очень классно, потому что владельцы канала смогут зарабатывать на своей аудитории, а мы сможем получать новых пользователей. У нас есть механика лидербордов, в которой пользователи соревнуются между собой, чтобы заработать еще больше токенов. Supply нашего токена ограничен, и после у нас есть халвинги, и после каждого халвинга добывать наш токен будет сложнее и сложнее. То есть сложнее в два раза. После 4 или 5 халвинга мы собираемся залиститься на сексов, но, конечно, будем ориентироваться и отталкиваться от количества пользователей, от размера нашей аудитории. Всем спасибо, сканируйте, пожалуйста, QR-код. Мы сегодня вышли из бета, шутились, можете стать одним из первых. Спасибо.